Естественно, БРИКС – это тематика, которой занимался Национальный исследовательский комитет не один год. Все мы посвятили много времени, усилий, внимания этому вопросу, поэтому я бы оценил эту готовность как значительно больше 90%. Другой вопрос – насколько готовы те люди, которые, собственно, осуществляют руководство БРИКС и структуры ШЕРП, воспринять те рекомендации. Вот здесь я пока оценку давать не могу, рано. Мы очень рады тому, что состоялось очередное заседание Совета экспертных центров. Традиционно оно во всех странах проводится в помещениях МИДа. И мы в этом плане не ударили в грязь лицом. Мы проводим его в замечательном нашем МИДовском особняке. Гости очень довольны. И в результате конструктивной работы мы достигли очень важных соглашений. Очевидно, необходимость совместного поиска ответов на вызовы модернизации. Мы их ищем, сотрудничая в самых деликатных областях, от оборонного производства и космоса до информационных технологий и атомной энергетики. Страны БРИКС не склонны вмешиваться во внутренние дела друг друга, дела других стран. Они принимают своих партнеров такими, какими они сложились на протяжении столетий. Эта структура суперсовременна. Она отражает демократический характер международных отношений. В БРИКС никто никому ничего не навязывает. Мы признательны правительством, гражданскому обществу, академическому сообществу, входящих в БРИКС государств, за очень весомый вклад в подготовительную работу и в практические дела в рамках российского председательства, которое, я уверен, станет новой страницей в истории этого объединения. Сегодня бремя государственных долгов и Америки, и Европы, и Японии настолько велико, что рассчитывать на их какую-то конструктивную, долгосрочную, созидательную роль в глобальном развитии не приходится. Эти страны фактически сегодня находятся под обломками уже своей финансовой системы, основанной на экспансии. Вот. Нам нужна не экспансия финансовых пузырей, нам нужны проекты развития. Мы делаем общее дело, и мы также подтверждаем, что, во всяком случае, представители российских правительственных структур всегда не просто открыты, а будут настроены и готовы участвовать и в работе форумов академических, конференциях, вообще к повседневным контактам на этом направлении. Экспертное сообщество, оно крайне неоднородно. В экспертном сообществе нет БРИКСологов, а есть специалисты по глобальным проблемам, есть специалисты по странам. И для того, чтобы их свести вместе, для того, чтобы получить синергию исследований, как раз и создан Национальный комитет по исследованию БРИКС. Идей в наших научных кругах очень много. При Министерстве иностранных дел действует научный совет, в который входят представители как академических институтов, так и отдельные политологи. И этот совет для МИДа является не просто подспорьем, а источником очень многих интересных идей. В том числе мы обсуждали и идеи, связанные с развитием БРИКС. И, как я понимаю, многие из них будут включены в доклад, который по итогам академического форума в Москве готовится. Мы с нетерпением его ожидаем. Убежден, что лидеры перед саммитом в Уфе уделят ему особое внимание и учтут рекомендации в тех решениях, которые в Уфе будут приниматься.